всегда в преддверии больших общественно-политических мероприятий в регионе мы с вами проводим совместное заседание антитеррористической комиссии оперативного штаба с одной единственной целью – обеспечение правопорядка, общественного спокойствия, ну и, безусловно, безопасности жизни и здоровья наших граждан. Уважаемые коллеги, праздники длинные, там короткий перерыв, но практически 10 дней нам с вами предстоит, как всегда, впрочем, работать в усиленном режиме. Соответствующие структуры правоохранительного органа, я имею в виду, свои мероприятия осуществляют в штатном режиме. Правительство республики тоже алгоритм работы, собственно, сложился за все эти годы. Я хотел бы, чтобы графики дежурств руководителей министерств и ведомств были, как всегда, поданы в правоохранительные структуры. Телефоны, все должны находиться на своих местах рабочих, ну, я имею в виду на связи. И надеюсь, что праздники у нас пройдут спокойно. Конечно, большая ответственность ложится и на городскую администрацию, поскольку все основные мероприятия здесь, в городе, массовые, я имею в виду. Но нельзя забывать и районные и муниципальные образования. Здесь я хотел бы попросить Василия Кунча вас проконтролировать и проговорить с руководством администрации районов и обеспечить соответствующий алгоритм работы и там. Уважаемые коллеги, если вы не возражаете, мы приступим к обсуждению этого вопроса. Я хотел бы послушать сейчас краткие доклады до 5 минут руководителей управления ФСБ по Республике Калмыкия, МВД, ГУ МЧС и администрацию города. И потом приступим к обсуждению. Пожалуйста, начнем с...